Сидишь на месте. Механизм простаивает. Многие живущих среди нас заслуживают смерти, и в самый раз. Другие погибают страшной смертью, хотя заслуживают долгой жизни. Даже мудрейшие не могут предвидеть всего, и мы иногда не знаем ровным счетом ничего. Хочешь наградить их, дать золотые горы, или в торопях раздаешь смертные приговоры? Непонятно, почему так? Пути Господни неисповедимы. Если ищешь, то не пропадешь, всегда что-нибудь да и найдешь. И совсем не обязательно то, что искал, загадочная власть у кривых зеркал. Возможно, и на задницу найдешь приключения, плохого либо хорошего обретешь. صد هزار خود را با نمایم و دلتفاتی صد هزار